Лунин въехал в город через Ржевку, Охту, Выборгскую сторону, мимо металлургического завода и финляндского вокзала и переехал через Неву по Литейному мосту. Солнце еще не зашло, и громады зданий были залиты красноватым сиянием его последних лучей. Лунин настороженно и жадно смотрел на заметенные снегом улицы, с еле заметными пешеходными тропинками, на ярусы и арки разбомбленных зданий. Ни автомобилей, ни лошадей, ни ворон, ни трамваев. Ему вспомнились какие-то рассказы о городах, погруженных на дно моря. Очень редкие пешеходы придавали этому впечатлению особую реальность. Они брели так медленно и с таким трудом, словно двигались сквозь плотную воду. Переехав через Литейный мост, Лунин очутился в той части города, которую знал лучше всего. Лиза, девушка и жилая, недалеко отсюда, на Маховой. Сколько раз когда-то Лунин провожал ее по этим улицам. И, увидев внезапно с Литейного моста весь Литейный проспект, Лунин совсем разволновался. Сколько раз проходил он здесь в то лето, смотрел на эти дома, на эту прямую, уходящую вдаль улицу. Нет, он совсем не ожидал, что будет так волноваться. Машина шла между двумя рядами высоких сугробов, по направлению к Невскому. Лунин считал перекрестки, он все хорошо помнил. На углу улицы Пестеля он попросил шофера остановиться. Он подходил к тому месту, где улица Пестеля пересекает Маховая, и вдруг увидел, что один из четырех углов на перекрестке сметен бомбой, словно отрезан. Все квартиры всех пяти этажей углового дома были видны снаружи. Комнаты, оклеенные разноцветными обоями, столы, заваленные снегом, шкафы, зеркала. Как близко от них упала бомба, подумал он с тревогой. Действительно, они жили совсем близко, не то в третьем, не то в четвертом доме от угла. Он свернул за угол и сразу увидел этот дом. Сначала ему показалось, что дом их не изменился. Шестиэтажная угрюмая темно-серая стена с какими-то мрачными лепными украшениями. Вон их парадная. Он вспомнил кислый пыльный запах этого парадного и грязноватые его окна, на которых из множества цветных стекол складывались изображения рыцарей, очень занимавшие его провинциала. Он сделал еще несколько шагов, и остановился потрясенный. Как это он сразу не заметил, что все окна во всех этажах этого дома выбиты? Уже все поняв, но все еще надеясь, он поспешно подошел к дому. Нет, от дома осталась только коробка, только фасад, а крыши нет, весь дом как пустой орех. Сквозь впадины выбитых окон видел он переплетение сорванных, изогнутых взрывом балок. Только теперь, когда стало совершенно ясно, что Лизиной матери здесь нет, он впервые понял, как ему хотелось с ней повидаться. Он боялся этой встречи, но очень ждал. Только от нее одной он мог узнать что-нибудь о Лизе. Когда он ехал сюда, у него была надежда, в которой он ни разу себе не признался, что Лиза тоже здесь, что она опять живет вместе с матерью, как раньше. Он дошел до улицы Пестеля и машинально свернул в сторону фонтанки. По узкой тропочке между сугробами дошел он до набережной фонтанки и остановился. Перед ним на другой стороне фонтанки был летний сад. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, между голыми редкими деревьями видны были зенитки. Он стоял неподвижно и смотрел перед собой. Какая-то маленькая женщина вынырнула из-за угла и прошла мимо него. Несмотря на мороз, пальто на ней было распахнуто, и шерстяной платок не завязан, а только накинут на волосы. Ее лицо он видел не больше мгновения – это было исхудавшее личико с бледными, плотно сжатыми губами. Страшнее всего показались ему ее глаза. В глазах этих было столько боли, что все перевернулось в нем. Она пошла прочь от него по набережной фонтанке, а он стоял и смотрел ей вслед – она, видимо, очень торопилась, словно хотела убежать от чего-то как можно дальше, но ноги в темных валенках едва повиновались ей, волочились, заплетались. Она старалась держаться поближе к стене и часто хватала за нее рукой, чтобы не упасть, и все же упала в снег. Сразу поднялась, сделала два-три шага и упала опять. И снова поднялась. Тогда не в силах забыть выражение ее глаз – Лунин побежал догонять ее. Он слегка задыхался под тяжестью своих мешков. ⁇ Постойте! ⁇ Постойте! ⁇ Но она, вероятно, не слышала его и продолжала идти, не оборачиваясь. Однако расстояние между ними быстро уменьшалось. ⁇ Извините ⁇,⁇ сказал он над самым ее ухом. Она качнулась, остановилась и взглянула прямо ему в лицо невидящими глазами и сейчас же опять пошла. «Да постойте же!» — сказал он, хватая ее за рукав. Когда она снова остановилась, он сбросил свои мешки в снег и, полной внезапной решимости, начал поспешно развязывать их, боясь, как бы она опять не ушла. «Вы, верно, очень есть хотите? Вы давно не ели!» Бормотал он, стараясь справиться с закоченевшими, негнущимися пальцами с замерзшим узлом. Она стояла, не понимая, и безучастно глядела на него невидящими, полными страдания глазами. Наконец узел поддался, он засунул обе руки в мешок и вытащил первое, что попалось, буханку хлеба. «Вот», — сказал он и протянул ей буханку. При виде хлеба лицо ее вздрогнуло, губы разжались, в глазах появилось что-то вроде испуга. Она слегка отпрянула. Возьмите, да берите же! Он положил буханку ей в руки. Это вы мне? Спросила она не веря. Ну, вам, конечно, сказал он, переполненный жалостью и нежностью к ее тонким рукам. Она смотрела то на хлеб, то на него. «Почему мне?» – спросила она. «А мне не надо!» – забормотал он поспешно. «Я приезжий и опять уезжаю. У меня есть, и мне не надо!» Ему хотелось, чтобы она тут же при нем начала есть. Но она спрятала буханку под пальто и замотала головой. «Почему?» – спросил он. «Дети!» сказала она. У вас есть дети? Она кивнула. Много? Двое. Где они? Дома. А куда же вы шли? Я убежала. Мне нечего было им дать. Лунин нагнулся, связал свои мешки, поднял их на плечо. Пойдемте, сказал он. Покажите, где вы живете. Он торопился и она не поспевала за ним. Она старалась даже бежать. «Скоро?» – спросил Лунин. «Сейчас», – ответила она еле слышно. «Дети», – думал Лунин. «Все он мог перенести. Смерть и мучения взрослых он мог перенести, но мучение детей перенести нельзя». Они вошли во двор, однако она далеко успела уйти, думал он живы ли они еще? «Здесь? Выше?» – спрашивал он ее, поднимаясь в темноте по незнакомой лестнице. «Обессиленная!» Она уже не могла отвечать ему. Он остановился на площадке и ждал ее. Еле заметной во мраке, она, прижимая хлеб к груди, одолела, наконец, лестницу, поравнялась с ним и толкнула дверь квартиры. Дверь была не заперта. Он вошел в квартиру вслед за нею. Тут тьма была полная, занавешены окна. Он полез в карман за электрическим фонариком. Когда желтый кружок света побежал по стенам, ему показалось, что комната пуста. Ни стола, ни стула, ни шкафа, ничего. Где же она? Он услышал шелест, повернул фонарик и увидел ее, стоявшую перед большой кроватью. Две обернутые платками головки лежали на подушке. Она легла плашмя поперек кровати, прикрыв детей своим телом. Он стоял и, не дыша, рассматривал их лица. Живы. Все завязано, только носики торчат. И все же видно, что вот эта постарше девочка, а это мальчик. Неужели не дышит? Но вот девочка поморщилась от падавшего ей на лицо света и открыла глаза. Через минуту она уже сидела и ела хлеб в углу на полу, потому что никакой мебели, кроме кровати, в комнате не было, уже мигал огонек на фитильке, вставленном в скляночку, и отражался в больших глазах девочки. Мальчик тоже был жив, однако разбудить его не удавалось. Мать набила ему рот хлебом, но он, видимо, был совершенно к этому равнодушен. Хлеб так и лежал во рту прошло несколько страшных мгновений, когда казалось, что его уже невозможно заставить есть. «Жует! Жует!» – закричал Лунин. «Смотрите! Глотает!» Он нашел несколько старых газет и расстелил их на полу возле огонька. Торопливо вытаскивал все, что у него было, и раскладывал на газетах. Детям... Не хлеба одного нужно, а супа, каши, — говорил он. Вот мы сейчас сварим. Но он заметил, что женщина так до сих пор ни кусочка и не съела. Он рассердился, он накинулся на нее, накричал, и она села на край кровати, испуганно и послушно взяла ломоть и стала жевать. Съев ломоть, она спросила, а можно кусочек на кухню снести одной старушки? У нас там на кухне старушка одна лежит. Ваша мамаша? Нет, просто старушка. Можно? Конечно, можно. Это все, все ваше, сказал он в восторге. Распоряжайтесь, как хотите. Она ушла на кухню, а он, осмотревшись, увидел на полу рядом со швейной машинкой топор. Теперь главное сделать, чтобы было тепло. Он схватил топор и, освещая себе дорогу фонариком, вышел из квартиры. Он не знал еще, где он достанет дров, но не сомневался, что достанет. Он чувствовал неодолимую потребность трудиться и совершать подвиги ради этой женщины и ее детей. Накормить их, согреть, заставить их жить высшее счастье, которое может выпасть на долю человека. Ночью спать ему не хотелось, и он сидел на полу возле печурки, поджав колени к подбородку. Вся комната была полна блаженным теплом, и накаленная печурка все еще раскрывала свою пасть, полную золота углей, и глотала щепки, которые он бросал в нее. Он уже сделал все, что можно было сделать. Нашел в какой-то пустой брошенной квартире скамейки и полки, принес их и наколол на дрова, наварил полную большую кастрюлю странного кушанья, не то супа, не то каши, и скруп, и сала, заставил всех съесть это варево, а мальчика, так и не проснувшегося, даже сам кормил с ложки. И теперь женщины и дети спали на кровати, а он сидел на полу, подстелив под себя свой тулуп и с наслаждением прислушивался к их сонному дыханию. Он был слишком возбужден и взволнован, чтобы спать. Ему не хотелось пропустить ни мгновения вот этой радости сидеть здесь и слушать, как они, накормленные им, дышат. Завтра он уедет. Того, что он оставит им, хватит на несколько дней. А что потом? Как вас зовут? Услышал он тихий голос и вздрогнул. Женщина, оказывается, проснулась. Озаренный светом, падавшим из раскрытой дверцы печурки, он повернул голову в сторону кровати. Может быть, она уже давно не спит? Но кровать стояла во мраке, и он ничего не увидел. «Константин Игнатьич», — ответил он, помолчал немного и спросил, «А вас как?» «Маша», — сказала она. Она замолчала. Он подумал, что снова заснула, и не осмелился больше ни о чем спрашивать. «Как он завтра уедет?» как он бросит их здесь одних. Он сам не заметил, как в конце концов заснул, свернувшись на своем тулупе. Утомленный дорогой, морозом, он спал крепко, без снов, и проснулся очень нескоро. За замерзшим окном был уже белый день, и зимний дневной свет наполнял комнату. Печурка уже опять топилась, на ней тоненько звеня закипал чайник. Лунин не сразу вспомнил, как сюда попал, а, вспомнив, смутился, потому что лежал на самой середине комнаты и со всех сторон смотрели, как он потягивается, просыпаясь. Дети смотрели на него с кровати. Теперь уже и мальчик не спал. Все платки с них были сняты, потому что в комнате стало тепло, и оба они не лежали, а сидели среди подушек, как птенцы в гнезде, и видны были и голые, неправдоподобно тонкие ручки. Мать их стояла у окна и тоже молча смотрела на него. Из раскрытой двери смотрела какая-то старуха, которую он в первый раз видел. Впрочем, старуха почти сразу исчезла, закрыв за собой дверь. Они все, очевидно, давно уже ждали, когда он проснется. Он сразу заметил, что пока он спал, они не притронулись к еде. «Завтракать! Завтракать!» – закричал он, улыбаясь. Через минуту они уже пили кипяток с сахаром, заедая хлебом. Каша варилась в котелке. Женщина разговаривала с Луниным просто, словно со старым знакомым. Она рассказала ему, что мальчик ее вот уже несколько дней как совсем разучился говорить, а сегодня заговорил опять. «Сережа, тебе нравится этот дядя?» – спросила она сына. Мальчик с полным ртом застеснялся, улыбнулся, отвел глаза и ничего не ответил. «А кто я такой?» – спросил Лунин. «Моряк», — ответил мальчик, с восхищением глядя на золотые нашивки у него на рукавах. Проглотив несколько ложек каши, дети снова заснули. Они были так слабы, что насыщение немедленно вызывало в них сонливость. Их мать и Лунин продолжали пить кипяток, он сидя на своем тулупе, а она присев на край кровати. «А я вчера не рассмотрела, что вы во флоте служите», — сказала она. «На вас был тулуп». Она, кажется, что-то хотела спросить, но передумала и умолкла. Однако ему показалось, что он догадался, о чем она хотела узнать. «А где их отец?» — негромко спросил он, кивнув в сторону детей. «Умер», — сказала она. «Убит?» Нет, умер до войны, от болезни. Он, конечно, ошибся. А ему было подумалось, что она хочет спросить, не встречал ли он ее мужа. Он узнал от нее, что она учительница, что школа ее эвакуировалась летом, а она застряла, потому что копала противотанковые рвы. Она рассказала ему, как пошла работать в мастерскую, где шили теплые шапки для бойцов. Она показала Лунину несколько десятков готовых шапок, но из слов ее он понял, что в мастерскую она не заходила уже давненько, потому что у нее не было сил крутить машину. Но сегодня непременно схожу, сказала она, вы мне только помогите, пожалуйста, машинку на подоконник поставить. Вот поела немного и опять могу шить. Я к ним схожу, эти шапки снесу, новых заготовок возьму. Если есть еще эта мастерская, проговорил он с сомнением, если они там еще работают. Ну, они-то работают, сказала она уверенно. Как же ее тут оставить, подумал он. Он продлил им жизнь на несколько дней. Вот и все, чего он достиг. Как же ее оставить? Он вдруг заторопился и стал натягивать свой тулуп. «Вы уже уходите?» – спросила она, и робко, доверчиво, грустно положила руку на рукав его тулупа. «Ухожу». «Но ведь вы еще не уезжаете, вы еще придете?» «Я не знаю, когда поеду». Не позже, чем завтра, когда попутная машина будет. Послезавтра я уже должен быть у себя в части. А где ваша часть? Далеко? По ту сторону кольца. Я так и думала. Но ведь вы еще зайдете перед отъездом. Зайдете? Зайду. Непременно? Непременно зайду, сказал он. Он уже надел шапку. Но она все еще держала руку на рукаве, и он не решался отодвинуться от нее. Я не благодарю вас, потому что все равно никакой благодарности не хватит. Вы сами знаете, сказала она, я понимаю, что вы это не для меня сделали, и мне легко принять от вас. Нет, я не могу ее тут оставить, думал он, глядя на ее ровный чистый лоб. Маша, начал был он, она подняла на него глаза, но он, так ничего и не сказав, повернулся и вышел. Ему нужно было разыскать на Васильевском острове какого-то товарища Шарапова, работника политотдела дивизии. Этот Шарапов должен помочь ему устроиться на машину, идущую в полк. Обратиться к Шарапову посоветовал ему перед отъездом Тарараксин. Вот если бы и ее посадить на машину вместе с детьми и перевести через озеро. Осажденный город открывался перед Луниным во всем своем суровом и строгом величии. Город в беде город в смертельной опасности, но нигде ни тревоги, ни слабости, ни страха. Спокойно и твердо смотрели на него глаза закутанных в платки женщин с исхудавшими потемневшими лицами. И такими же спокойными были глаза осунувшихся бойцов в огромных овчинных тулупах, которые приветствовали его, встречаясь с ним на углах. Под этими взглядами Лунин и сам становился спокойнее и тверже. Нет, ни жалости требовали от него эти люди. По длинному мосту, задыхаясь от ветра, Лунин перешел на Васильевский остров. Здесь было еще пустыннее, еще больше рыхлого непримятого снега на улицах. Он знал, что Шарапова следует искать где-то позади университета, и обошел все длинное университетское здание вокруг, не встретив ни одного человека. Библиотека Академии наук, какие-то институты, огромные здания, узкие переулки. Он заблудился в переулках, и не у кого спросить, как пройти. «Здравствуйте!» Лунин обернулся, и увидел мальчика в черном добротном пальтишке, в валенках, в шапке ушанки, Истощенные маленькое личико, спокойные широко расставленные глаза, которые Лунин уже однажды видел. «А-а-а!» — воскликнул Лунин. «Ростислав Всеволодович, ведь так?» «Так!» — с достоинством сказал мальчик. «Я с одного взгляда вас узнал. Я вот...» От того угла бегу за вами. А картошку копать ходишь? Спросил Лунин. Давно не ходил. Смысла нет. Немцы теперь редко по полю бьют. Все больше по городу. Да и снег стал такой глубокий, не подойдешь. А как твой дедушка? Ты ведь с дедушкой живешь, сказал Лунин. Видишь, я все помню умер. Умер? — воскликнул Лунин. — Так с кем же ты? Совсем один остался? — Нет, я с сестрой. — А сестра такая же, как ты? — Сестра у меня большая. — А тут как ты очутился? — А я тут живу, в том самом доме, который вы ищете. Откуда ты знаешь, какой дом я ищу? Ну вот еще, засмеялся мальчик. Я сразу понял, куда вы идете. Давайте я вас проведу. Они пошли вместе. Идти рядом по узкой тропинке было невозможно. Мальчик бежал впереди и беспрестанно оглядывался. Вы сегодня уедете, спросил он. Ну ясно, зачем вам тут оставаться? Вам летать нужно. Знаете, о чем я хотел вас попросить? Возьмите меня с собой. Куда? На аэродром. Лунин удивился. Зачем тебе на аэродром? Я люблю самолеты. Я больше всего люблю самолеты. Я хочу летать. Нет, вы не смейтесь. Он обернулся посмотреть, не смеется ли Лунин. Но Лунин не смеялся. Я вовсе не думаю сразу летать. Я постепенно выучусь. А пока я буду все делать. Снег убирать, ну там чистить что-нибудь, флагом махать, если нужно. Что скажут, то и буду делать. Возьмите меня. Не могу, сказал Лунин. Почему не можете? Права не имеете или не хотите? Права не имею. Мальчик задумался. «Слушайте», — сказал он через минуту, «а если Уваров разрешит меня взять?» «Уваров?» — удивился Лунин. «Ты знаешь Уварова?» «Знаю», — сказал мальчик. «Он ведь ваш начальник, Уваров. Он ведь главнее вас». «Главнее». «Он ведь может пустить меня на аэродром? Он ведь может разрешить?» «Ну, ясно, может. Он согласится, если я ему скажу, что вы согласны». А вы согласны, правда? Можно ему передать, что вы согласны? Ну, я вижу, что можно. Они тем временем свернули в ворота высокого дома и вошли во двор, до того заваленный снегом, что идти пришлось между сугробами выше человеческого роста. «Вот сюда, вот по этой лестнице», — сказал мальчик, открывая перед Луниным дверь, — «вам во второй этаж. Осторожно, здесь еще ступенька». «Эй, Шарапов!» Смотрите, кого я вам привел. А где Шарапов? Слава вошел храбро и бесцеремонно, как к себе домой. Видимо, ему хотелось показать Лунину, что он здесь свой человек. Да, несомненно, он и был здесь своим человеком. Несколько техников с белыми эмблемами на флотских черных шапках, и несколько краснофлотцев, заполнявших комнату, смотрели на него без всякого удивления, как на хорошего знакомого. Шарапов вышел, сейчас придет. Лунин огляделся. Раскаленная железная печурка, черная труба, которая проходит над письменным столом и выходит в форточку, шкафы, шкафы, пишущая машинка, кипы аккуратно разложенных бумаг. Очень жарко и очень чисто, даже паркет натерт. В углу комнаты Лунин заметил человека в командирской флотской шинели, который смотрел на него и улыбался. Нашивки старшего политрука на рукавах. Да чего знакомое лицо, подумал Лунин и воскликнул. Как? Это вы? Перед ним стоял тот самый человек, вместе с которым он в августе пробирался в Ленинград. Сначала на паровозе, потом на попутной машине. Лунин множество раз с тех пор вспоминал и то путешествие, и своего спутника. «Вот и встретились», — сказал старший политрук, пожимая Лунину руку. Они оба обрадовались встрече, и смотрели друг на друга с приязнью и любопытством. «Он, кажется, единственный во всем городе, нисколько с тех пор не похудел», — подумал Лунин. «Он и тогда был такой заморож, что шинель болталась на нем, как на палке, и лицо было такое же, желтое. Пожалуй, он даже поправился немного. Помните бочку?» «Еще бы!» — воскликнул Лунин. «Ее до смерти не забудешь» она чуть кости нам не разломала. А как давно это было, словно в детстве, хотя еще и полгода не прошло. Мы, наверное, последними проехали в Ленинград по-сухому, хотя и не знали об этом. Да, не слыхал, чтоб кто-нибудь проехал после нас, сказал Лунин. Неужели вы у нас в дивизии? Представьте, вы, кажется, журналист. Уж не в нашей ли дивизионной газете вы работаете? Да, в крыльях Балтики. Я редактор. Вот оно что, воскликнул Лунин. Редактор А. Ховрин. Так в конце каждого номера напечатано. Это значит вы. Я должен был раньше догадаться. Ну, а про вас я, конечно, все знаю. Вас в дивизии всякий знает, сказал Ховрин. Действительно, Лунин не без смущения заметил, что его со всех сторон разглядывают с каким-то особенным вниманием. Техники и краснофлотцы не спускали с него глаз и слушали его разговор с Ховриным, стараясь не пропустить ни слова. «Я вижу, вы последнего нашего номера еще не читали», — сказал Ховрин. «Цветков, дайте номер». Краснофлотец развернул перед Луниным лист, и он прежде всего увидел свой портрет — в шлеме, в комбинезоне, с широким лицом, который показалось ему непристойно самодовольным и глупым, рядом с портретом была напечатана статья на всю страницу под заглавием командир энского подразделения. Лунин отстранил от себя газетный лист и сухо спросил А где же этот Шарапов? Лунину показалось, что Ховрин несколько обижен его пренебрежением к статье. «Шарапов сейчас явится. Да зачем он вам нужен?» Лунин объяснил, что надеется с помощью Шарапова сесть на машину. «Это он может», — подтвердил Ховрин. «Не сегодня уедете, так завтра. Я и сам жду здесь машины, чтобы ехать на Поклонную гору. Жаль, нам не по пути». Лунин задумался. Ему пришло в голову, что хорошо бы поделиться своими мыслями с этим Ховриным. Редактор многое должен знать. Человек, он кажется доброжелательный, а Лунин так нуждался в совете. Он стоял и нерешительно смотрел Ховрину в лицо. Знаете, я хотел бы поговорить с вами, сказал он наконец, кое-чем спросить вас, если можно. «Пойдемте, пойдемте сюда», — сказал Ховрин с готовностью, «ведь мне тоже хотелось бы с вами потолковать». Он провел Лунина в соседнюю пустую комнату, прикрыл за собою дверь, усадил Лунина на койку, сел сам рядом и с любопытством уставился ему в лицо, ожидая. «Вам, вероятно, известно, — начал Лунин после некоторого колебания, — можно ли гражданскому населению уезжать из города по ледовой дороге. Глаза Ховрина удивленно блеснули. «Не знаю», — сказал Ховрин, — «но думаю, что пока нельзя». «Вы видите, что творится в городе?» — спросил Лунин угрюмо. «Вижу». «Ну и что же, по-вашему, делать?» «Каждый должен делать то, что в его силах». «Вот я, например» в силах вывести отсюда женщину с двумя детьми. Должен я это сделать или нет? Ховрин внимательно посмотрел ему в лицо. А вы действительно можете их вывести? Конечно, могу, если разрешат, сказал Лунин пылко. Ведь я сам еду. Я знаю, что некоторым разрешают. Когда я ехал сюда, я встретил одного капитана с Волховского фронта. Он в Ленинград попал по командировке, точь-в точь, как я, и вывез отсюда жену. Ему, вероятно, разрешили от того, что жена. А это моя жена и мои дети, проговорил Лунин, прямо глядя Ховрину в глаза, и вспомнил, как сам сказал Ховрину, что жены у него нет. Хотя на лице Ховрина не отразилось ничего, Лунин безошибочно почувствовал, что Ховрин тоже это вспомнил. «Жаль, что вы Уварову у себя в полку не сказали», — проговорил Ховлин. «Если бы вы сказали Уварову, что хотите вывести свою семью, он бы вам помог. На прошлой неделе он помог мне вывести семью моего печатника Цветкова. Две женщины и младенец в очень тяжелом состоянии. Пристроили их на машину, которая развозит авиабомбы по аэродромам. Шофер обещал их довести но еще нет сведений, доехали они или нет. Жаль, что вы не сказали Уварову. Да, жаль, подтвердил Лунин, хотя во время своего разговора с Уваровым он еще не знал, что у него в Ленинграде есть жена и двое детей, которых нужно вывести. Жаль, но... Но теперь поздно жалеть об этом, подхватил Ховрин. Что ж делать? Постараемся устроить и без Уварова. Нет, с Шараповым вам говорить не стоит. Я сам сейчас с ним поговорю. Ховрин долго не возвращался. И Лунин не знал, выходит или не выходит. Он понимал, что речь идет о необходимости подписать нужный документ. А если Шарапову, как работника политотдела, известно, что у Лунина нет ни жены, ни детей? Наверное, ему известно. Наконец дверь опять распахнулась, и Лунин услышал, как Ховрин сказал, «Я все беру на себя и еще. С полковым комиссаром я буду объясняться, а не вы». Прикрыв за собой дверь, Ховрин подошел к Лунину и проговорил – Приходите сюда завтра утром, получите документ, дождетесь машины, заедете за своими и уедете. Они выехали к концу следующего дня на тяжелой машине, груженной торпедами. Шофер оказался пожилым человеком, очень усталым и, вероятно, от того угрюмым. Он поморщился, узнав в политотделе, что ему нужно еще заехать за семьей майора Лунина, однако потом старался сделать все возможное, чтобы им ехалось поудобнее. В тесную свою кабину усадил он обоих детей и их мать, помог Лунину закутать их как можно теплее. Дети с завязанными лицами в кабине сразу уснули, прижавшись к матери. Сгущались сумерки, Лунин влез в кузов, и машина двинулась. Сорок километров до озера тащились они больше двух часов. Дорога, пересекавшая Карельский перешеек, шла лесом. Темные ели тесно обступили ее, и совсем уже потемневшее небо текло над Лунином, как узенький звездный ручей. Они проехали по льду километра три, не больше. Машина остановилась, и шофер вышел из кабины. Лунин в тревоге поднял голову. «На вас тулуп добротный!» – тихо сказал Лунину шофер, вплотную подойдя к кузову. «Мальчик у меня мерзнет в кабине. Боюсь, не довезем. Вы расстегнитесь и положите его к самому телу. Может быть, отойдет. У меня уже был такой случай хорошо помогает, да и вам теплее будет. Спрыгнув и кое-как передвигая застывшие ноги, Лунин подошел к кабине. Оттуда из темноты на него глянули ее испуганные глаза. Лунин, распахнув и тулуп, и китель, и рубаху, прижал мальчика к своему телу. Сначала ему показалось, что он обжигающий холоден. Запахнувшись вместе с ним тулупом как можно плотнее, он снова взобрался в кузов и лег на прежнее место. Машина двинулась. Все исчезло, кроме рассыпанных, как соль, холодных звезд. Но мальчик с каждой минутой становился все теплее. Он не только сам потеплел, он согревал Лунина. Он был жив. Звезды значительно передвинулись. Лунин так давно устал ждать конца дороги, что удивился, когда машина поползла вверх, и он увидел над собой между звездами острые вершины елей. Остановка. Он приподнял голову над бортом кузова. Смутные очертания большой избы во тьме. Неужели, наконец, приехали? Шофер вышел. «Слезайте!» Товарищ майор, сказал он, можно часок погреться. Теперь я уже не опоздаю. Они вошли в избу. Впереди шофер со спящей девочкой на руках. За шофером она, показавшаяся Лунину удивительно маленькой, еще меньше, чем прежде. За нею Лунин с мальчиком. Блаженнейшим, немыслимо прекрасным теплом дохнуло им в лица теплом, пахнущим добрыми человеческими запахами, махоркой, хлебом, овчиной. Большая русская печь посреди избы топилась, и отцветы пламени прыгали по углам и по стенам. Никакого другого света не было, но и этого было достаточно, чтобы увидеть, что весь пол избы завален спящими. Мужчины и женщины в тулупах, шинелях, ватниках спали не раздеваясь, спали в повалку с запрокинутыми головами и открытыми ртами, равнодушные в своем утомлении даже к большим черным тараканам, ползавшим по их щекам и лбам. Здесь были шоферы, дорожники, грузчики, кладовщики, и едущие из Ленинграда, и едущие в Ленинград, и всякий иной люд всех военных и гражданских профессий, потому что в избу эту, стоявшую у фронтовой дороги, давно потерявшую хозяев, всякой мог войти, всякой мог лечь в ней, отыскав незанятый кусочек пола. Шофер с уверенностью, бывавшего здесь не раз, и все знавшего человека, повел их, широко шагая через раскинутые тела, в какой-то дальний угол, где было немного посвободнее, и усадил их на какие-то мешки. Тут только Лунин стал извлекать мальчика из глубины своего тулупа, и она с напряженным вниманием следила за движениями его рук. Мальчик спокойно дышал во сне, раскрыв губки, руки и ноги у него были теплые. Она нетерпеливо, даже грубо взяла его у Лунина, положила к себе на колени, прижала к груди. И вдруг мальчик потянулся, открыл глаза, узнал мать и улыбнулся. «Ну, теперь ему ничего не сделается», — сказал шофер. Звеня своим изогнутым солдатским котелком, он отправился раздобыть кипяточку, и через несколько минут они уже пили горячую воду, поочередно отхлебывая из жестяной кружки и жуя хлеб. Мальчик тоже деятельно пил и ел, и девочка пила и ела, прижавшись к матери, с любопытством разглядывая избу, печь спящих. Заметив Лунина, она улыбнулась ему застенчиво и ласково, как старому знакомому. Мать ее тоже улыбнулась Лунину и даже спросила, не замерз ли он в кузове, но была вся поглощена детьми, счастливой тем, что они живы и что они едят. И Лунин присел несколько в сторонке, в темном углу, где лица его не было видно, и молча следил оттуда за нею и за детьми. Он знал, что ему осталось видеть ее еще полчаса или, может быть, даже и меньше. Дело в том, что он твердо решил не провожать ее до волховстроя, а расстаться с ними здесь, и на рассвете отправиться прямо на свой аэродром, до которого было отсюда всего 11 километров. Он накормил их, он перевез их через озеро, и теперь ничего дурного случиться с ними не может. Сегодня же, через несколько часов, они сядут в поезд, в натопленный вагон, и их повезут до Вологды, а оттуда... Куда она пожелает? и все люди, которые встретятся им на пути, будут также стараться помочь им во всем, как этот пожилой, усталый, угрюмый шофер. А Лунину нужно поскорее на аэродром. И он сквозь полусомкнутые ресницы смотрел и смотрел на светлое ее лицо и считал. Вот еще пятнадцать минут буду ее видеть. Вот еще десять минут. Вот еще пять.